Итак, всем привет. Это я. И единственное, что я не смог камеру получше настроить, что-то в последнее время она глючит. Ну и естественно, у меня нету никаких планшетов и так далее. Я люблю рисовать на больших ватманах. Не рисовал я где-то 4 года, 1 месяц и 5 дней. Где-то так. И после такого перерывчика я решил все-таки попробовать. Сейчас я буду рисовать одно создание, вы попробуйте его угадать. Я не уверен, что у меня получится. Потому что реально очень давно этим не занимался. Плюс я самоучка и, собственно, рисую по своим каким-то канонам. И я всегда предпочитаю рисовать с глаз. Тень там все это. Не будем наводить, потому что, скорее всего, я буду заниматься потом раскрашиванием акварелькой. Может быть. Ну, если получится. Поехали. Вы, кстати, скажите, видно, нет? Потому что... Может быть, и не получится. Так вот, не хочу. Видно? Я специально взял по... мягче карандашик, чтобы... каждую линию было заметно. Единственное, что я не могу ошибаться теперь. Я рисую толстую линию, и как она получится, так и получится. Видно? Верх ватмана не видно, но может быть так и должно быть. Мне не нужен верх, мне нужна только вот эта вот поверхность, и все. А так ватмана что туда уходит. Так что пока начнем так. Привет всем еще раз. Еще много-много раз. Скорее всего, я ошибусь пару раз, а может быть вообще запарю весь рисунок, но надеюсь, этого не случится. Скорее всего, у меня будут проблемы с позиционированием, то есть один глаз тут, другой глаз где-то там, тут нос, что-то. Карандаш видно отлично, отлично. Поехали тогда. Я еще надеюсь, что детеныш не ворвется, как всегда, а то он бездумно прыгает. И вдруг меня вот так вот шатает, я какой-нибудь заезжаю. Это печально. Конечно. Давайте делаем вот с такой глазики вот до сюда. Да, я уже сказал, что это она, поэтому уже попроще. Хотя я не уверен, что тут как бы много анимешников собралось. Вообще, раньше, чтобы запачкать весь ватман полностью в черновую, где-то полчаса уходило. Сейчас я попробую за полчаса хотя бы нарисовать ее. Потому что я не очень уверен. Хотя, раньше я вообще не покупал никаких ластиков, я брал графитный карандаш и фигачил. А он еще очень плохо стирается. Поэтому надо быть аккуратным. Но этот не такой жиденький. Что пока наведем так вот. Плюс я не очень хочу заморачиваться, потому что действительно, может быть, я буду раскрашивать кисточкой. Так даже интереснее. Сделаем вид, что это такой глаз. Естественно, здесь вот линия тоже должна быть. Рукой могу, конечно, загораживать, но в итоге все будет видно. Надеюсь. Главное вот так вот не ходить, иначе я просто замажу все это. Поехали. Будем потихонечку рисовать. Как я уже говорил, я самоучкой очень давно не рисовал. Очень давно, это 4 года с чем-то. Ну, я уже говорил, неважно. Примерно вот эти линии оставляем. Примерную вот, вот так вот. Наверное, вот так вот. Вот так вот даже сделаем. Чуть-чуть дадим затемнение, чтобы приблизительно было видно, куда чего. И потом эту область я буду закрашивать.
ворвался детеныш. Но на этот раз он сделал все правильно, он просто сел. Вот эта область будет затемненной. Вот примерно вот так. Давайте замутим какую-нибудь бровь. Судя из слов стримера, в соответствии советские мультфильмы такие. А также Мумий-тролль отпадает. Ну да. Брейл, привет, на Марсе ок, привет. Дарко Табу, привет, проф Табу. Ой, проф, привет. Наверное, не очень в тему сейчас вот эти вот дельфины. Я о чем-то задумался, они начали пищать, я что-то забыл. Что хотел выдать? Ну и ладно. Плюс самый прикол, знаете в чем? Персонажа можно будет даже не угадать до тех пор, пока я ему волосы не дорисую. Ну или ей, не важно. Плюс я могу с масштабом сейчас запороть. Потому что, возможно, здесь лицо окончится, а волосы там куда-нибудь уйдут. Тогда мы их обрежем. Хотя да, я уже запорол. Ну ладно, уже не важно. Делаем бровь. Такой у нас какой-то грустный персонаж получается. Это хорошо. Так может сначала контуры набросать, а потом детали? Не, я люблю рисовать так. Я не люблю ни контуры, ничего. Вот как вижу, так и рисую. Вот это вот надо бы стереть по-хорошему. Давайте сотрем. У нас ластик такой задвигается и выдвигается из этой фиговины. Я недавно закупился, так неплохо. Плюс мне не очень удобно, потому что я кладу себе на живот. И дунуть-то не могу. Аниме тут рисуешь? Да, привет, Алтео. Пытаюсь. Не рисую, пытаюсь, потому что не уверен я. Получится. Вот здесь, наверное, носики эти. По крайней мере, вот набросочек делаем, потом, возможно, это Мадока. Нет. Мадока. Ну, уже. Пошли. Замутим. Нет, даже подальше вот здесь. Чуть-чуть подальше. Так. Эй, привет, Эйка. Здравствуй. Пробуем. Портить ватну. Я, кстати, купил 20 штук. Если процесс пойдет, я, возможно, сделаю длительные такие стримы, ну, несколько их будет, как минимум 20. Если я опять втянусь. Потому что раньше я в день по 5 ватманов рисовал. Я дышу, и он немного это. Тебе тогда надо с токсиком скооперироваться. Ну не, он тоже хорошо рисует, а я так. Я так себе. Плюс я у него как раз и спрашивал, что мне надо вводить для того, чтобы рисовать. Потому что есть. Категории, а вот категории рисования искусства нету. Я предложил, конечно, в конфе, там посмотрим, может. Может, ее и внесут. Потому что, на мой взгляд, стоящая, как бы.
предложение. Сейчас бы тут не зафейлить, ясно. Так, надо вот так. Нет, этот глаз должен быть больше, значит, вот так. Вот так. Да. Но он уходит вниз. Ну, блин, угомонись, а. Вот это вот единственная причина, которая мне мешает рисовать. Вот она сейчас за мной находится. Печалька, конечно. А ты только аниме рисовал? Нет, я черепа рисовал какие-то. Йоду нарисовал, Дарта Вейдера. А рисунки у меня ВКонтакте есть. Когда в Строганов уходил, но потом по работе просто не смог туда ехать. День экзаменов, и как-то все провалилось. У меня есть нарисованный гуашью кусок мыла. Прикольный. Причем хозяйственного. Его у меня хотели забрать, но я все-таки возразил. Кому нужно мыло, правда? Блин, маленький глаз получился. Маленький, не то. Надо его сделать больше. И он должен быть где-то вот здесь вот. Вот так вот, вот, вот так. Вот тогда он получился у меня еще и узкий. Да. Ну ладно, давайте попробуем с тем, что получилось. То есть... Немножко вот так. То есть делаем вид, что вот здесь вот он начинается. Потом делаем ровненькую полосочку. А потом она мягко уходит сюда. Вот эту линию надо стирать, новую рисовать. Печально. Ну ладно. По-хорошему она вот должна быть вот такой. Вот это все стираем. Это все неправильная линия. Мы за счет того, кстати, надо было клячку покупать. Я что-то не сообразил. Точнее, просто не стал покупать. Клячка — это такой ластик, ты его мнешь так раз-раз-раз и убираешь, все стерто. Но он как бы кончается, он как пластилин. Так, все у нас как-то слишком дико топит. Я сижу, и мне так жарко. Прям ужас. Ужас. Я надеюсь, он-то мои ватманы не пинает. Я бы раньше начал, но... После того, как на эту... мою доску наступил этот детеныш, или что, он прыгал там по ней. Она вся поломалась, я её... Хотел гвоздями забить, искал гвозди маленькие, еле нашел, молотка не нашел, пришлось забивать гаечным ключом. Да. Но благо. Ребенок, не, это мой младший брат. Но он мне, считай, как ребенок получается, я его вырастил с нуля. Так, поехали. Мешают мне опять. Это тоже причина, по которой я перестал рисовать. Не дают.
зарисовываем глаз, который получился. Я не очень доволен им, но, возможно, получится. Опять же, я не хочу заморачивать с ретушью, плюс я этого не умею делать. Так, как-то вот так. Можно взять ватку, знаете, и поводить. Посмотрим. Плюс он получился темнее, чем тот. Хотя... по идее, такого быть не должно было. Ладно, неважно. Так, вот где-то вот здесь вот бровь. И мы ее сейчас... проведем вниз. И посмотрим, что из этого будет. Это же Бэтмен. Привет, Ред Барон. Не, это не Бэтмен. Но это Ватман. Так что ты почти угад. Да блин, волосы в лицо лезут, я их помыл. Очень жарко, реально. Так что я охлаждаюсь как могу. А как положение бликов определяешь? Это же не рандом. Ну, приблизительно отсюда что-то так... тень падает, как бы, туда выражение лица. То есть блики вот здесь, вот и скорее всего вот здесь чуть-чуть тени будут, а здесь их нет. Ну, приблизительно. Все в голове, а так. Вообще, все остальное фигня. Вот, вот такая вот бровка получилась. Немножко неровненькая, но в этом ее прелесть. Вся такая ломаная. Ну, собственно, как и там. Так, что у нас дальше? Вот так вот. Так вот. О. Нос немного мне не нравится, точнее вообще не нравится вот эта вот нижняя. У анимешников вообще какие-то странные носы. Ладно, пока оставим так. Где-нибудь здесь замутим. Хотя нет, линия кончается здесь. Это вот здесь. Это надо стереть. Ну, по-английски Бэтмен, Ватман. Ну, вот тогда ты угадал. На руки из Блича похоже. Пока еще нет. Нет еще. А знаете, когда я эту анимешку посмотрел вот недавно, я себе даже фигурку из Японии заказал. Так что она когда-нибудь приедет, и мы на нее вместе посмотрим. Здоровья тебе, человек с неожиданными талантами. Привет, Скайфокс. Нет, слишком большая губа получается, такая нехорошо. Маленькая, маленькая. Вот так, вот, вот так. Фу, вроде с лицом получилось. Ну, может, нет, посмотрим. Нельзя быть никогда уверенным до тех пор, пока ты полностью не дорисуешь. Волосы, 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 волосы. Сейчас я подумаю. Немножечко. Берем. Блин, я вообще привык дуть на это все дело, но из-за того, что я вам сейчас в уши надую, то будет не очень хорошо. Правильно? Да. Мы же не хотим вас глушать. Почему затихла музыка? А. Багнутая была композиция. Или у меня что-то с... проигрывателем. Блин, я забыл, что хотел. Ладно, я вспомнил. Все хорошо. Замутим вот этот. Блин, сердце подтупливает. Ну, блин.
Что меня расстраиваешь так? Так. Давайте под это, я надеюсь, не будет тупить, потому что это печально. Вообще, обычно рисовал под одну и ту же мелодию. Достало. Что с тобой не так-то? Надеюсь, не будет мешать, потому что сейчас, если я буду постоянно отвлекаться... А, я, походу, буду отвлекаться. Открываю все, что можно, потому что это меня сильно отвлекает. Я не понимаю, что с этим Windows Media Player. Ну что ты туда-сюда бегаешь? Ясно, понятно, заткнись. Ладно, ребят, будем под какую-то одну музыку. Вот. Так. Только под какую? Давайте сейчас подумаю немножечко. Вивальди. Так, меня не подведешь. Все, поехали. Надеюсь, меня не будут отвлекать. Тут единственное, что мне надо, чтобы не отвлекали. Очень надо. Я уже забыл, что хотел, чего хотел, как хотел. Добавь вот это к любой мелодии и все. Что это? А, там дождь, что ли? Вот. Привет, Грогорок. Ладно, поехали. А скинь мне вот этот вот дождик в комментарии. Попробую, может, его куда-нибудь сильно добавить. Вот эти маленькие волосенки, которые торчат отовсюду, это типа норма на всяких там анимешках. Там есть теги с разной музыкой поверх дождя. Ну, я не знаю, на какая была, я вот тут слышу. Вот, немножечко вот так вот. Знаете, что слишком много говорю вот так вот. Я как тот мужик. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Я не знаю, что с этой камерой, реально, она Full HD-шная, но что-то тупит. В последнее время очень жестко. То есть вот эти какие-то блики непонятные, фокус не ловит. Постараюсь за сегодня дорисовать, мне еще надо будет уехать. Но вроде я должен успеть. Вроде как успеваю. Я вот люблю такие переходы. Я в детстве очень любил рисовать огонь. Только потом узнал, что у меня такие выпиливались. Символично получилось. В анимешках вот можно рисовать, и они будут друг на друга заходить, так вот, или не, как бы ничего страшного там нет. Единственное, как я говорил, руками не водить, иначе все сотрете нафиг.
это будет не круто. Ну, мой вам совет, конечно, там как хотите. Да, волосы не помещаются, я что-то... Что-то я с габаритами ошибся. Ну ладно, мне можно. Я сам себя прощаю. Примерно пытаюсь уловить эту линию на глаз. О, вроде получилось. Сейчас мы сделаем более толстую. Зададим тон. Хотя, может, это как по-другому называется, просто я вот штришок. Пока не ясно, да, кто это, что это. На самом деле, сейчас трудно, особенно по одному локону, это вообще забей. Кстати, да, потом мне надо будет чуть-чуть вот так приходить. Но это потом, пока мы рисуем вот здесь. Сейчас я буду фейлить, наверное, с... Маленький, и он должен быть ровненько вот здесь вот. Опять на каску в обмане скотчем примотал свертяка. Бля, так Саник, не. Если б на это, да, она вот так вот дергалась, а так я просто перевернул картинку и все. Изи. Можно даже вот так вот не париться. Так, ну, вот надо будет подтереть, потому что слишком грязно получилось. Хотя черты лица надо именно вот плотненько выводить. Чтобы они брали на себя какой-то акцент. Карандаш у меня из рук выскочил. Эгегей, привет всем. Привет, Киви. Какой-то у меня... Вообще, какой-то вялый сегодня с утра. Что-то не то. Что-то не то. И вот подбородок. Вот здесь вот тоже надо затереть вот это место, потому что, видите, грязно. А теперь надо... Аккуратненько это дело замутить. Знаете что, давайте сначала по глазу сейчас, если заеду, вот это будет печаль. Потому что, скорее всего, я это дело смажу. Сейчас будет куча кривых линий. Из которых я выберу одну. Остальное сотру. Рисуночки от Нотлайкова. Грязные рисуночки от Нотлайкова, да. Каждый поймет по-своему. Вот. По-моему... Так. Если я так сделаю, я сделаю лицо слишком узким. Поэтому эта линия должна быть вот здесь. Так, мы дадим ей ширину. И не будем из нее делать того, кем она не является. Вот. Это вот так. О, вот так. Это мы затрем. Все новое, я недавно только это все купил. Только вчера я закупил эти ватманы. Продавщица с меня офигела, говорит, как я их тебе буду заворачивать. Я ей объяснил, как завернула. Молодец.
знаете, как прийти заказывать какую-то вещь, а потом сам говоришь. Остальные части лица в DLC, судя по прошлой линии. В смысле DLC. Кстати, через 3 дня выходит Legend of Grimrock 2. К чему это я? Слишком узко же было, да. Узенько было. Эту линию я себе сделал для того, чтобы по ней ориентироваться. О. Мы под нее завели. Потом эту мы тоже немного затрем, иначе получится печалька. Я надеюсь, все видно, но все равно тень будет падать. Потом я постараюсь его показать так, или просто сделаю фотку и выложу, как, собственно, делал раньше на Анимедии. Я там какое-то время был модератором, пока не пришла какая-то истеричка. В общем, терпеть я ее не стал и просто ушел. Я художественный раздел выкладывал рисунки там всякие по 2-3 в неделю. Но опять же, рисунки в неделю — это был Ватман. Там посмотрим. Пробуем эту. Слишком. Нет, надо было вот здесь вот ее заканчивать. Да, вот здесь вот это делать более кругленькое. Тут, значит, мы стираем. Лучше, конечно, дуть. Вот тогда вы ничего не затираете. А вот сейчас тру по линиям, и в итоге руки пачкаю и лист. Это вот неправильно. Не надо так делать. Зато вот эта линия я... Что там? Все, хорошо. Фух. Я думал, опять завису. То вот эта линия я уже дал. Жизнь второй. И вот она теперь наконец-то закончена. Так, как должно быть. Вот. Иногда, чтобы поймать одну из линий, вам нужно подвести к ней еще парочку. И тогда... Вот. Но, по-моему... По-моему... Берем этот нос, сделаем другой вот здесь. Маленький такой, но нос. Вот он. А нос у меня, сразу говорю, не получился, потому что гладиолус. Цветок такой. Какая-то мелодия сжеванная, что ли. Чё ж мне так везёт? О, давайте причесочку наведем. Если я продолжу рисовать здесь, то я сразу выдам персонажа. Поэтому мы этого пока делать не будем. Займемся так вот. Небольшими чертами. Можно было довести локон до сюда, но я не хочу портить глаз. Поэтому сделаем вот так. И остановимся здесь. Эту линию даже до сюда доведем. А этот локон снизу выступает, но этот локон мы продолжим вот сюда. То есть он будет длинный. Пытаюсь вот так вот, чтобы вам было видно. Также дадим окончание этому локону где-то сюда. То есть и дальше бровь. Да, я и зафейлил вот с масштабом вот этих глаз. Я уже говорил еще в начале, что вот это фейл. Но я постараюсь исправить.
единственное, что может вас запутать, это недостаток воображения или упорства, или и того, и того. Тогда вы просто забьете, и рисунок останется недоделанным. Мы, естественно, не хотим этого, поэтому будем стараться доводить до конца все, что начали, и тогда все будет хорошо. Не будем обижать девочку, она хочет быть нарисованной. Сюда. Сейчас вот, кстати, вот этот локон, он многое решит. Во-первых, куда я дену нос? Возможно, я опять перерисую. Возможно, я ничего не буду делать. А может быть, я забракую весь рисунок. Было такое, что я прям... Прям я буду долго искать нужную картинку, но я смогу. Да. Время — лишнее слово. А, ну да. Хоть на что-то успел. Привет, скаут. Ну, что, ты почти на... Ну как? Привет, Бубоникус. Только ты не пали, кого я рисую. Народ должен отгадать. О. Надо мне, кстати, проверять, иначе какую-нибудь музыку паршивую мне дадут там следующую. То есть что-то там ввел, а что дальше, я не знаю. Так, еще две музыки хорошие, а дальше беда. Так, даже надо сделать акцент. Бровь, она ж бровь, она должна быть такой. Ну что, тут, пожалуй, сделаем вот такую маленькую фиговинку. Вот такую. Отсюда пустим. Да, ладно. Не надо так делать, как я сейчас. Просто так прикинул. Понял, что надо именно сейчас вот так. Именно сейчас, именно вот так. Вот эта прическа вся меняется. В общих чертах она будет примерно такой, но мы ее немножко изменим. Вернем эту линию. Вот эта линия будет вот отсюда выходить. Она такая вроде кривоватая, потому что немножко ломаный. Вот такой. Видите, мы запороли бровь. И еще не надо забывать, что вот эта часть у меня уже грязная. Если я буду так возить, у меня будет перепачканное лицо. Это печаль. Мы не хотим этого. Так. Давай быстрее. Отлично. Продолжаем. Ладно, дам небольшую подсказочку. Я это не смотрел, но морда знакомая. Ну, видишь, как хорошо. Осталось угадать, кто это. Так, аккуратненько, не портим. Хотя...
моими. Знаете, как неудобно рисовать вот так вот. Я ее на себя натянул, вот так вот свешившись, это рисую. Намного удобнее, когда ты положил аккуратненько. Ничто не мешает, а мне прям живот уперлось. Но как бы все, чтобы увидеть. Вот. Главное не давать очень толстые эти штрихи, потому что акцент не надо менять. Рисую я всегда мягкими карандашами. И можно, конечно, заморочиться сначала, набросать скелетик хбшечки, как или твердым вообще. Но лучше хбшечкой, а потом взять М-ку. Ну или бетом. В зависимости от того, блин, какой производитель. Я уже, видите, запорол все, потому что здесь слишком сильно. Так, стоп, что там за следующая песня у нас? Так, еще одна песня, и мы переключаем карандашик. Иди-ка сюда. Это все формальности, потому что, скорее всего, я действительно буду ее раскрашивать. Очень много рисунков там лежит, таких, знаете, недоделанных. Ну, вот, в черновике я их сделал, а вот раскрашивать не довелось. Как там? Как-то вот так вот у меня шея, блин, здесь вот. Пожалуй, вот здесь вот еще и шейку, да? Что? Типа правдоподобно было. Типа. Вот. Замутим дальше вот такую линию. Дальше рисовать не буду, потому что это уже раскроет весь секрет данного персонажа. Так вот, потом вот так вот. И уберем, пожалуй, вот сюда. Слишком грубо, ну ладно, не важно. Раз и появился волосик, клёво, как по мне, да. Потом замутим вот сюда одну линию, потом вот сюда одну линию. Какой-нибудь Sword Art Online? Нет. Нет. А почему сразу... А почему глазу? Будто пустые глаза пустые.
Они же не закрашены. Привет, Кеша. Они не закрашены. Тут должен быть... Прикольно, в рисовании всегда есть деталь, которую можно улучшить. Всегда. То есть можно рисовать. Ты никогда не закончишь, но надо вовремя остановиться, иначе ты запоришь рисунок. Есть такая вот точка, вот ее надо не потерять. Иначе зафейлишь. Как бы сейчас нарисовать, чтобы ее не спалить? А ладно. Сделаем вот такой хвостик еще. Ой. Так, быстренько. Все, заново. Будем под такой музыку. Блин, я тут. Дорисую как есть. Рано. Я сначала сделаю контуры, а потом. То есть я общую причесон. Общий на виду, а потом уже закончу. А когда закончу, тогда будет все. Кстати, а почему на бумаге, а не из планшета? Неудобно. Я люблю бумагу. Я люблю большой ватман, карандаш, ластик, положил, рисуешь. Все, полный контакт. Ты знаешь, как многие любят читать с планшета, многие любят читать с книжки. Можешь считать меня тем, кто любит читать книжку. Я люблю именно ватман. Не люблю читать с планшета, ну вот видишь. Это вот из той же серии, что? Я вот имею в виду именно про рисование. То есть я люблю именно вот перед собой все это делать. Просто планшет все-таки немного не так линии дает, хотя не мне жаловаться. Художник из меня. Так себе. Немножечко вспоминает, как рисовать, потому что все-таки ватман был таким хорошим, что он тебе сделал. Привет, ангел. Ну, не знаю. Потом... Он ждал меня. У меня к ватману не сразу пришел. Сначала рисовал на А2, нет, на А4 пробовал, не понравилось, слишком мало. Потом взял А3, уже лучше, но не то. Потом ватман, и вот он, вот это оно.
вот именно ватман, вот этот большой. Здесь можно сделать всякие композиции, можно придумать что-то еще, дорисовать, добавить, убрать. Просто сделать рисунок интереснее. Самому же приятно. То есть я люблю чем-то заниматься, если я тут ничего не делаю, не очень хорошо чувствую этот момент. Мне скучно. А вот он позвал Бэтмена. Ну да, типа того. Вот он позвал Бэтмена. Он почему-то начал спрашивать у меня про детонатор. Хотя, честно говоря, по этому поводу я ничего не смог ему ответить. Детонаторов я не силен. А ладно, я тебе чуть-чуть лицо все-таки пачкаю. Ты негодяй, почему герою грустно? Ну-ка улыбочку нарисуй. Почему негодяй? Все хорошо. Герой должен быть грустным. Вот так вот. Что это там за... Осы какие-то. Непонятные. Нет, музычка хорошая пошла. Как ни странно, даже вот это жужжание подходит. Здесь вам видно вот это все. Мне все неудобнее и неудобнее рисовать, но ладно. Надеюсь, получится. Ведем. Желательно это все не запороть. Там вот здесь вот у нас будет. И вот здесь вот. А раз это у нас здесь, то вот эту линию мы сотрем. У нас будет черный. То есть берем потемнее. Так, и, наверное, здесь, вот здесь, вот так вот. Детёныш там все не может угомониться, кидает мои ватманы, видать. По звуку и так ясно, что это они. Добавляем.
Надо уже более смелые линии сделать, чтобы контур был виден. Чобиты? Нет, не чобиты. Ну, близко. Типа здесь волос идет. А вот этот, пожалуй, надо убрать вот отсюда. Вот так вот. Такая вот. Да-да, вот тут сюда. А вот эту линию уберем. У меня вечная проблема, знаете, это вот масштаб. То есть я хотел сделать вот такую, а в итоге он у меня сейчас на весь матман, ватман уйдет. Ну, как бы я не жалею. Ничего страшного. Ничего страшного. Эльфийская песнь. Нет, не эльфийская песнь. Видно? Надеюсь, да. Вот. Так, вот такой толщины, и тогда вот это все неправильно. Это мы удаляем. Нам все абсолютно не нужно. Ракетный двигатель в голове. Ну, почти угадал. Назовем это... Ладно, так. Что за неукомонное создание, вы бы знали. Ужас просто. Я вот люблю чем-то заниматься, когда рядом никого нет и никто не мешает, под руку не лезет и так далее. Но, увы, у меня такой возможности нет. Вот. Толстую слишком сделал цепь там. И здесь я ее неправильно сделал. Эту надо было вот немного вот так развернуть. Ну ладно. Так, подождите, если она такая толстая, то... Я имею в виду цепь, если вы... переспрашивать захотите. С масштабом я немножко лжанул, поэтому... И все оборудуем. Вот так вот. Поломанная. И толстая. Вот так вот. Это вот здесь мы ее закончим. И вот он. Хотя, опять же, я вот здесь нарисовал, сейчас буду рукой мазать.
Это вот косяк. Ну, линия немного неправильная, немного. Но мне можно. Значит, и верхняя линия должна быть более... Сиди тут, а? Более толстые. Опять же, лучше вот эти все ошметки дуть. Лучше дуть. Тогда вы ничего не пачкаете. А мне приходится делать так, чтобы вас не глушить. Микрофон выключать не очень. Привет, это Икарус. Привет, Кабрада, да, это Икарус. Угадал. Привет, Хелиас. Аниме «Падшая с небес». Икарус. Я, говорит, думал, у нее синяк, а там резинка. Нет, ты что? Мы же не будем над ней издеваться, она же няшечка. Мы ее нарисуем. Здесь вот типа ребра. Здесь вот замутим. Воротничок. Она ведь у нас в развороте смотрит, да? Поэтому и вот эту берем сюда. Где-то вот здесь вот. Вот здесь вот даже где-то. Тогда неправильно. Она должна быть вот так. Вот так вот она должна быть короче, чем это, даже если она в развороте. Точнее, именно поэтому и должна быть. Но опять же, вот этот глаз должен был быть больше, потому что если мы его так развернули, то все-таки так оно и должно быть. Но уже поздняк метаться. Пацаны. Поздняк. Надо уже добавлять, как я уже сказал, более смелые линии. Но вот здесь надо быть осторожным. Вы или сделаете правильно, или запорите все, что рисовали столько времени. Потому что вот этот... Вот видите вот эту линию? Вот если я ее где-то неправильно сделаю, я потом хрен сотрешь. А если сотрешь, видно все равно будет. Меня это будет... расстраивать. Я не люблю такие вещи. Или делаешь хорошо, или не делаешь вообще. Я так считаю. Добавим все-таки эти линии. Хотя с планшетами оно, конечно, удобнее. Проще. А тут шанс только один. О. Видите, она и выделяется уже вот этот. Нам как раз это и нужно. Где-то вот здесь. Вот так. Нам же нужно вторую эту штуку нарисовать. Собственно, для нее я и выводил эту штуку, чтобы у нее не торчали две вот этих вот, даже не знаю, наушники назовем-то так. Сделаем одну лишнюю.
Единственный минус – мягкие карандаши, они быстро кончаются, но мы стараемся этого избежать. Вот, и где-то, блин, надо было вот так сделать. Он типа идет, и вот линия тогда уходит вот сюда. Ну, криво получилось на самом деле, ну ладно. Просто сделаю вот так. Все, исправил. Хорошо. Что я хотел? И забыл, что. Что я хотел, а? Кто-нибудь помнит? Я нет, ладно. Тогда будем продолжать. Сделаем ей вот эту штуку. Сделаем эту. Ну, я сейчас... Так. Все, продолжаем теперь. Тебе может, правда, сегодня планшетик замутить? Заняться рисованием. На самом деле надо еще вот эту часть дорисовать. Она будет где-то вот до сюда. Такая вот. Давайте, знаете что, чтобы вам не было так, чуть-чуть отдалим. Так. Так вы будете больше видеть, а и хорошо. Все будет. Что ж, на самом деле очень долго. Как я уже говорил, за это время я уже заканчивал рисовать. А сейчас мы только-только-только. Причем заканчивал уже все. Но. Как бы ничего страшного. Старайтесь вот эти черные линии все-таки с первого раза вводить, иначе будет некрасиво. Идет. Не толкай. Ну реально, если он меня сейчас толкнет, я заеду, это будет печаль. Это будет очень плохая линия, я буду расстроен. Глаза еще надо будет сделать более сильные, чтобы на них был акцент. Какие-то звуки издают непонятные. Даже через закрытые наушники я их слышу. Ужас. Так, ладно. Линии можно менять, естественно, по своему усмотрению, как бы. Все правила устанавливаете на бумаге вы. Сами. Можно заезжать, вот как я сейчас, чтобы придать, ну, хотя это я просто зафейлил. С волосами реально надо просто заезжать, не можно, а надо. То есть чуть-чуть их сделать более кривыми тогда. Сейчас у меня будет лицо все грязное. Руки, лицо, ну ладно. Тогда они окажутся типа живыми. Вообще, в природе нету правильных линий ни одной. Все они ломаные. Все правильные люди, линии придумали люди.
Очень важно, кстати, волосы сделать правильно. Как ни странно, очень часто именно волосы решают, узнают твой персонаж или нет. Волосами можно как сузить, так и расширить лицо. Если бы я его сильно сузил, то ее бы не узнали. Хотя, опять же, не знаю. Плюс очень решает вот эти линии. Глаза. Очень много факторов, но пока вроде справляемся. Но опять же, есть над чем работать, но... После значительного перерыва... Можно и ошибаться. Но лучше этого не делать. Так вот, оттуда пошло выражение «грязный анимешник». Привет, лисица. Нет, не отсюда. Я не знаю откуда, меня это мало интересует. Сейчас у меня вся рука черная, вот это вот все, вот это черное будет, здесь вот все черное. Вот это все черное, вот это вот до сюда. Потому что я вот отвожу, ее пачкаю вот. И потом мы здесь ластиком пройдемся лицо и почистим. Заканчивайте голову. Макушку и фуганем. Копну волос в одну сторону. Естественно, должна быть снизу и идти вверх. Вот сюда, 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 сюда и вниз. Вот так. И вот здесь. Но здесь у нее более сильный акцент должен быть, и мы его сейчас замутим. Очень могут вот эти вот катышки, назовем их так, мешать. Потому что если вы сейчас на нее заедете, то вот линия сломается. А если вы давили сильно на этот карандаш, то вы там это забей вообще. Так, неправильно линию сделал. Так, надо более вот так. И опять же, здесь неправильно надо было вот здесь ломать. То есть она отсюда ломается вот так вот. Идет вот сюда. То есть вот эта верхняя, она неправильная. То есть нам надо же типа этой. Стираем. Стираем. Вообще, пока оставим вот эту линию, я просто так набросал. Мы ведь еще не закончили с остальными. Так, поехали. Вот сюда ее опустим. Я уже начинаю как раньше, то есть именно штрихами вот такими, чтобы потом лишний раз не делать. А так не надо. Здесь вот отсюда. Куда-нибудь. Пустим вот такую линию. Она пройдет сюда. Получится типа волосы. Глаз мне не нравится. Очень. Ладно.
эта линия мне тоже не очень понравилась, поэтому мы ее уберем. Сделаем ей типа лесенку из волос. Ну, это нормально, в общем-то. Для аниме это нормально. Более чем. Хотя мне не нравится выражение лица сейчас. То есть я бы уже изменил несколько линий. То есть она идет вот сюда. Вот сюда. Видите, я вот уже после того, как нарисовал вот это, вот уже начинаю. Вот так. Так. Ну пофиг на то, что я там запорол, но все равно должно быть другим. Значит, поднимем ее немножечко. Подбородок. Скорее всего, я перерисую верхний глаз. Вот я об этом говорил, видите, вот эта линия, она уже все, она останется. Но мы-то знаем, что ее можно будет потом. Если я где-нибудь намучу какой-нибудь телесный цвет, то вполне можно исправить. А еще можно с тенями тут поработать. О. Приподняли. Вот эта часть мне не нравится вся, но ее мы будем делать в конце, потому что сначала давайте займемся волосами. И еще надо убрать вот эту грязь, потому что это вообще добей. Что это такое? Откуда она здесь? Естественно, сам напачкал. Это мало интересно, поэтому стираем. Вот так вот. О! Так, плюс, смотрите, сейчас глаза почти никак не смотрятся, потому что они не затемненные, то есть там штриха никакого нет, и толку от них тоже пока нет. Но, на мой взгляд, все-таки самая важная часть лица, которая делает почти все лицо. Тьфу, лицо. Короче, делает узнаваемым персонажа, это в основном глаза. Вот именно глаза. По правильной рисовке глаз можно уже определить, что это за персонаж. Ну, по крайней мере, раньше можно было. Теперь реально увлекся прям. Я пересмотрел все аниме, которое было, абсолютно все. И каждый пытался рисовать. Чем получалось с первого раза. Как ни странно. Но опять же, все, что ты там рисуешь или срисовываешь, в любом случае не будет один в один, как оригинал. То есть всегда есть шанс, точнее не шанс, а всегда есть такая вещь, как подчерк. То есть у каждого он свой. Можно, конечно, тупо с калькой, там это, с копиркой. Перерисовать и нормально. Я догадываюсь, откуда она, но аниме не помню имя тоже. Так это персонаж реальный, можно попытаться угадать. Это из аниме персонаж, его уже угадали, но если хотите, давайте угадывайте. Пока что угадал Кабраада. Молодец. Ну а кто прослушал, можете угадывать еще раз. Вот видите, вот после вот этих махинаций я смог найти вот эту линию. То есть я не смог ее сразу найти, я нашел только вот после вот
добавление нескольких волосенок. А вообще я сегодня хотел плюшки печь. Что-то чувствую, не успею. Испеку завтра. Я люблю плюшки. Я вообще с детства сердцеед во всех направлениях. Возможно, поэтому мне нравятся плюшки и их форма. Плюс вот эта линия, которую я начал, мало того, что даст возможность найти правильную, так она еще и определит мне середину. Вот она. А вот уже отсюда. Хотя нет, даже давайте дойдем до сюда все-таки так вот. Да, вот отсюда. Слушайте, я угадал, оказывается. Хорошо. А вот отсюда она уйдет вот в эту сторону. Много интеллекта, много силы, много оружия, мало чувств, да. Альфа. Вот такая вот волосня получилась. Ну, теперь займемся тем, что мне не нравится. Мне не нравится вот этот глаз. Очень не нравится. Доведем вот эти линии полностью. А, кстати, что-то я... У нее же еще плечико вот здесь. Совсем забыл, блин. Что-то я сюда смотрю, смотрю, думаю, что-то не хватает плечика. Плечика — это всегда хорошо. Даже немножечко, чайная ложечка, это всегда хорошо. Можно, конечно, тени еще добавить. Но мы этим пока заморачиваться не будем. Мне нужны линии, под которые я уже буду наводить тень. Если буду, конечно. Блин, вот. Благо, я еще могу делать хоть какие-то линии. И стирать их. Немножечко все-таки сделаем более округлой. Она ж как бы не квадратная у нас. А у анимешек тем более. Вот так вот. Во! Цепь калимая получилась очень. Я недоволен. На самом деле, вот эту вот цепь, звено, вот это надо было здесь пускать, это вот здесь, вот и дальше, но, возможно, так даже правильнее, потому что нам не хватило длины ватмана. Эльф в чате. Много аниме пересмотрел. Если в размере, то терабайта полтора, может, больше. И то тогда еще не было Full HD-шных анимешек.
Причем тогда еще даже даберов не было, тогда я смотрел субтитров. Ну, потом, конечно, появились всякие. Добровольцы, скажем так, народные умельцы и начали озвучивать. Молодцы. Только субтитры всегда и везде. Не знаю. Мне так и так нравится. Но опять же, смотря кто переводит. То есть есть совсем бесторные люди. Что ж так криво-то нарисовался? А это что за... А, стоп, это волосы. Очень редко, когда нравится озвучка, с субтитрами гораздо прикольней. Вот единственный человек, который меня с субтитров цепанул, это был Куба. 7-7. Я в то время смотрел Fate Stay Night. И я смотрел с субтитрами, но, в общем, внезапно что-то перестали выкладывать. А у нас еще и торрентов-то тогда не было, был этот самый DC++. Я думал, ладно, чем. Полазию, поищу. И тут я нашел его. И, знаете, так вполне себе. Магет умеет, пацан талантливый. Молодец. Кто не смотрел Гинтаму, не познал смысла стандартной озвучки персонажа, ну да, там. Хотя, все-таки японцы, они немного перебарщивают, по-моему, в некоторых моментах. Причем самый момент, когда карандаш кончается, грифель, именно вот этот вот, когда вы тут твердой линией наносите. Сейчас мы уже тут заканчиваем, потом попробую все-таки что-то с этим глазом сделать. Или я на него ряд уже дам, или я его перерисую полностью. Перерисуй меня полностью. Не хочешь? Зря. А ты не хотел давать на меня толстый штрих. Ты не издевался надо мной. Нажимай на него полностью. Дай мне штрих. А теперь вот это мне будет очень неудобно. Дура-ра-ра-ра смотрел. Да я почти все смотрю. Правда, некоторые я перестал смотреть. Я вот перестал смотреть все подряд. Вообще все подряд смотрел. После анимешки «Школьные дни». Хуже я ничего не смотрел. Просто настолько отвратительное аниме. Это
короче, не вижу, где я там рисую. Вот видите, линия кривая, косая, грязная, блин. Ладно. Справим. Теперь убираем всю грязь. Ну, стараемся, по крайней мере. Волосы бы свои тоже убрать. Отпечатков пальцев моих тут много. Проще всего у художников убрать, особенно которые графику рисуют. Но опять же, если грамотный, то он не пачкает. Еще можно вот под руку, как я раньше делал, кладешь бумажечку любую. И нормально себя рисуешь. Изи. Но опять же, смотря какая бумажечка и смотря сколько ты тут вводишь, все равно растушуешь. Это тоже не приветствуется. Если, конечно, это не нужно. Если это нужно, то смело ваточку. Или пальцем. И давай делать однотонную массу. Так, так. В целом она вроде как готова, но... Хочется закончить глаза. Посмотрим, что это за... Да. Отвратительное аниме. Просто отвратительное. Никому не советую его смотреть. Вообще никому. Школьные дни. Параша. Вообще можно было этот волосик сделать потолще. Но ладно уж, сделали и сделали. Так, что мне не нравится? Меня... Блин, я поломал там что-то все на столе. Да, я сломал себе эту штуку. Теперь она... Ну, ясно, еще лучше стало. Поехали, делаем глаз. Вот этот, этот, ну, сойдет, ладно. Так и быть, я его приму. Но только его. Все остальное переделаем. Плюс от вот этой вот более широкой линии он будет более четкий и интересный. Естественно, мы делаем его кривым. Ну, то есть не даем прям такую ровную линию. Пусть он будет волнистым. Так вот здесь вот эти вот все линии, это я специально. Делаем, как бы, намек на то, что он все-таки круглый. Хотя, может быть, и он подойдет, но он, по-моему, должен быть немножко вот так. То есть не так, а так. Хотя, сойдет даже. Ну ладно, подождем, подумаем. Поговорим. Поговорим. Хоть ты со мной. Гитара семиструнная. Ночь такая лунная. Переделал я немного глаз. Чуть-чуть, но оно того стоит. Добавил я ресничку. Одну. Мне кажется, она подойдет. Делаем глаз более...
большой, такой более темный. Делаем акцент на глаз. Я уже говорил, я очень люблю глаза, поэтому именно глаза должны быть самые. Привет, сегодня у нас рисование в аниме стиле, класс. Привет, Оксид. Ну да, у нас типа рисовашки сегодня. Вот один глаз. Добавим вот этой фиговины. Сделаем вот так вот. Даже меньше сделаем, чем он. Первоначально, как я уже говорил, никогда, почти никогда не получается нарисовать так, как он должен быть с первого раза. То есть ты всегда, ну если ты увлеченным этим занимаешься, то всегда перерисуешь, что-нибудь где-нибудь добавишь. А иногда бывает прям с первого раза, вот как-то то Лукард. Хотя нет, я ему там с волосами немного помудрил. Да, волосы немного другие сделал. Вот красивенький глазик у нас получился. Бровочку. Делаем более. Более чувственную, то есть вначале узенькая, под конец мы ее сделаем широкой. Вот, такая вот бровь меня вполне устраивает, но меня не устраивает то, что пока я это делал здесь, а эта линия я давно провел уже, но от нее избавимся. Так, единственное, я немного не подрасчитал время стрима. Ну ничего страшного, как бы еще 20 минут что-нибудь будем делать. Хотя изи. Что-нибудь такое. Можно попробовать еще одну мордаху замутить. Посмотрим. Так, вот это вот меня все устраивает, кроме вот этого глаза. Вот этот глаз меня печалит. Плюс нос. Нос реально плохой. Нос плохой. Плюс все лицо грязное, прям до жути. Плюс теней нет. Ну тени, ладно, хрен с ними. Без них пока. Сейчас вот всю грязь уберем. Это очень важно на самом деле. Что грязную мордочку оставлять не хочется. Вот так. Опять же, сдувайте, не надо, как я. Я просто ваши уши берегу. Все ненужное. Я не знаю, надо подумать, надо ли мне сейчас переделывать этот глаз, или все-таки попробовать его сделать больше за счет ретуши. Дробо Виачелло, здравствуй. Зергушонок.
вполне. Так, ладно, давайте продолжим, потому что... Все-таки. Вот эта бровь меня устраивает. Вполне ее мы оставим. Сделаем ее более... значимой. Нажмем на нее. Жмем на карандаш по полной. Дави меня полностью. Не хочешь давить? Когда ж он перестанет туда-сюда бегать, а? С другой стороны, знаете, пусть хотя бы чему-то учится. Какая кровь получилась. Так, ладно. Уберем. И очень выбор получается для меня трудный. Во-первых, нос это я все-таки переделаю, сделаю, наверное, вот таким вот. Более обычным. Рот я переделаю. Сделаю его чуть повыше вот здесь вот. Он будет более поменьше, короче, вот дела. Как меня это все отвлекает, вы бы знали. Ладно. Добавим небольшую линию типа губа. Здесь сделаем контур типа рот. Все, мне нравится аниме. Тут можно сделать закорючку, и это будет нос. Нормально же. Закорючка. Мы тебя отвлекаем? Не, не вы. Детеныш, который что-то жует на заднем плане и толкает меня в спинку кресла. Сколько раз я это ему говорил, он что-то как-то... не реагирует. Особая грустная музыка. Но это как раз персонаж не самый веселый, полностью без эмоций. Музыка в основном сейчас одна и та же играет, потому что другого я ничего не нашел подходящего. Блин, я вот думаю насчет глаза, вот переделать его или нет. Нравится.
Эта линия меня уже устраивает. Я так и не нашел картинку нужную и сдался как раз про эти глаза. Ничего. Надо нам с тобой добиться от Майкера. Или кто там этим занимается. Ввести графу все-таки искусство. Потому что вещь полезная. Ох, блин, вот, ладно, короче, все, не отвлекаюсь. Там будут ты и покер. Искусство, по-твоему, покер? Хруст, не пойми чего, на заднем плане. Там сидит, хрустит, хрустит, хрустит. Нет бы убрал. На этом будет хрустеть до конца. Еще мне в лицо сейчас будет что-то тыкать. Доказывает, что вот, мне еще две штучки. Съест эти две штучки, достанет новую пачку. И опять будет хрустеть. Типа так и надо. Прям под руку. Очень такое не люблю. Особенно когда не рисовал. Сколько там, 4 года. Я прям чувствую, что не получается. Меня это печалит. Вот эти вот все маленькие факторы печалят еще больше. Делали глаз еще больше. Я начинаю хрипнуть. А, пофиг, ладно. Буду хрипеть. Все, надеюсь, теперь не буду. Как-то очень громко. Дадим маленький островочек вот этот и уберем его. И вот так вот аккуратненько. Опять же, делаем закругление, как бы давая понять, что все-таки это круглое. Внутри находится глазик. Почти закончился грифель, но... смогли все это сделать так, как надо. Надеюсь, доделаем без неприятностей. Добавим вот такую тему. Вот здесь вот продлим чуть-чуть. Вот так. И вот так вот. Во! Так, вот эту часть мы оставим без изменений. Вот она будет светлой. Остальное мы заретушируем. И все будет хорошо, я надеюсь. Так. Хорошо, что я только одну камеру поставил. И она смотрит прямо в лист.
Занимаемся ее гладом. Да, такой глаз мне больше нравится, честно говоря. Телтин Карос. Нос мне такой тоже больше нравится, хотя мне не нравится вот эта часть, она получилась какая-то толстая. Это мне не нравится. Надо сделать вот такую линию. То есть не с провисанием, а наоборот. Или ровную хотя бы. Вот так. Что ж. Не знаю, есть ли смысл сейчас заниматься тенями. Потому что если я буду раскрашивать, то эти тени все пойдут на смарку. Я, кстати, раньше аниме вот так выбирал на торренте, с которого качал. Был форум, там форум Флут игра от ГД аниме и герой по фразе. Но там находил прикольные фразочки и по ним аниме скачивал. По итогу был в восторге от такого необычного фильтра. Так. Короче, надо будет его удалить отсюда, пусть там сидит в комнате и жует. Просто вот. Опять ей по лицу немного поводим, так и быть. Просто замажем хвостики. Тут волосы еще мои везде. Причем мне реально везде, тут везде мои отпечатки пальцев, ну как бы все это фигня. Я потом сфоткаю эту Икарус и выложу. Как всегда, у себя. А может и в группу закину. Сделаю папочку с рисунками. Буду туда выкладывать свое. И если хотите, сделаем папочку для всех желающих. Делаем массу более однородной, потому что мне не нужны вот эти вот штрихи непонятные. Хотим. Видите, как хорошо. Здравствуй. Я тоже немного подпортил. Атрейдес, здравствуй. Здравствуй. Лисенок. Слушай, я помню эту лисенка. Чё, клёво. С цветочком. Все дела. Не знаю, наверное, я действительно буду время от времени проводить такие стримы. Я не уверен, что вдохновение не уйдет рано или поздно, потому что вот эти все факторы мне сильно мешают. Всякое желание отбивает, потому что думаю, сейчас я сяду и опять начнется. Так и просто, наверное. И начинать не хочется. Ну да ладно. Еще немножко. Это можно линия. Очень. Она мне мешает.
мешала, она меня печалила. Сделаем вот так. Да, вот так. Так лучше. Хотя, опять же, я вижу вот под таким наклоном, то есть меня еще не видно. Так ты еще и на машинке стоп штопать умеешь. Ты и крестиком вышивать, и вообще. Джонни Ван Песо, здравствуй. Привет, Маккей. Пацаны разгадали, что это за аниме, да? Такую тебе, ну-ка. Не понял. А, планшет рисования. Ну да, кстати, да, вот это было бы клёво. Но у меня его нет. Рогдин, здравствуй, нет. Я этим не занимаюсь. Так, ладно. Хотя в чате у нас есть Тексик, можешь к нему обратиться, он вроде как раз по этой теме. Я рисую исключительно по настроению и определенных персонажей. Вот. Этот хвостик мы закончили. Теперь давайте вот этот. Добро, Виачелло, прям молодец какой. Тексита? Какого Тексита? Токсаник? Тексик? Или нет? Не так? Где я ошибся? Вот волк-кот. О. Где чуть-чуть бы глаз опустить, вот этот вот. Чуть-чуть вниз, и тогда было бы вообще хорошо. Вот. Так, ладно, я что-то отвлекся. Так, нанимаемся хвостиком, и надо опять ей лицо вытирать, я его опять испачкал. Вообще, она опять же... испачкается, если я ее сверну. Но мы потом ее развернем, как мне нравится, и сотрем. Все сотрем. Будет няшечкой. Трам-пам-пам-пам-пам. Большой рисунок опять получился. Я тут, получается, максималист. На Ню из эльфийской песни похоже. Привет, Фракс. Можно, кстати, попробовать ее нарисовать потом. Я тут с колокольчиком видел где-то желтые, они нет. Желтые это у хоббитов, ее звали Чи. Рисовал бы из стратегии персов. Давай уж лучше что-нибудь повеселее потом. Да, надо будет что-нибудь повеселее, но сейчас у меня настроение именно на нее. Я сам не особо веселый. Мне подходит идеально.
Почти 2 часа рисуем, товарищи. А, 2 часа уже рисуем как раз, вот прям ровно. Клево. Очень долго. Я недоволен, но я ее нарисовал, вроде. Это радует. Руки, говорит, еще помнят. Помнят руки. Ё-моё. Я думал, не смогу. Она будет плакать? Нет, не будет. I wanna go home. Нарисуй Микасу. Акерман или Хинату. Хината, даже. Смотри, какую Хинату, что там дофига этих Хинат всяких. Даже в Наруто Хината есть. Плюс я после того, как башкой ударился, позабыл почти все имена, так... Как бы, если увижу, вспомню, так... Вряд ли. Скоро Наруто закончится, скоро последний томик манги выйдет 700-й. Что ж, лучше Сашку из Гигантов, чем Микасу. Долго. На стримах рисовальщиков в фотошопе по часу одно место шлифуют. Ну. Я не рисовальщик с фотошопа, я всего лишь самоучка. И фотошоп у меня, кстати, вообще не умею пользоваться. Хотя надо бы научиться. Кар. Перерисовал, и вроде как лучше стало. Нос, рот. Вот нос, опять же, немножко можно исправить. Ты просто видео ускорь. А, ну. Да. Еще знаете, почему я перестал рисовать? Потому что мне почему-то стало скучно этим заниматься. Я очень быстро ее нарисовал, или его, там, неважно кого. И забил. Последний мой рисунок в описании стрима. Я его потом покажу. Я как раз уже перешел на акварель. Хотя не, я опум гуашу фигачил. Да. Это была Лукард. Единственный персонаж, который подходит мне по типажу. Причем это не я решила, знакомая. Добавим немного карандашик, у нас почти кончился. Одно радует, я успеваю дорисовать рисунок до того, как мне придется точить карандаш. Это, знаете, челлендж такой. Карандаш закончился, все, ты оставляешь. И работа остается недоделанной. Отдачи, удовлетворения не чувствовал, вот и перестал. Наверное, да. Наверное, да. Именно поэтому мне стало скучно. А вот сейчас вот прям пробило. Вот опять увлекся аниме, причем только основательно. Обычно, конечно, делаю наедине с самим собой, но
Sword Art Online, я смотрел. То есть смотреть аниме я смотрю, но я перестал его рисовать. Кирито Асуна. У меня есть, кстати, Android Асуна. Я как-то зашел и накупил фигурок анимешных. 9 штук сразу. Потом... еще раз купил светлую эльфийку из линейки. Тоже такая ностальгия пробила, когда увидел. Другой не было, поэтому и хотя бы ее купил. Заказал себе Икарос, приедет из Японии. Еще из Японии заказал Пирамид Хеда и Дарта Вейдера. Возможно, еще пару фигурок будет, но посмотрим. Посмотрим. Как я уже сказал, это было прям капитально. Что за сайт? Ами-ами. Все-таки у тебя будет Икарос? Да, уже заказал. Нынче курс йены к рублю лучше курса доллара к нему же, да? А там, по-моему, на 3 надо делить, и ты узнаешь цену. Ami-ami.com. Самый лучший сайт, по-моему, сейчас. Еще есть Beacon Japan, тоже неплохой. Но другие я не хочу лезть. Там какие-то цены слишком дикие. Единственное, что я хотел что-нибудь из Хелсинга прикупить, но все распродано. Я расстроился. Сейчас есть какая-то новая фигурка Алукарда, но какой-то он стрёмный. Мало того, что он стрёмный, у него еще плащ черный. Плюс он на шарнирах, а шарниры прям видны, то есть, ну, некачественно, по-моему, сделаны. Вот. Ребята, вроде как мы с вами закончили. Тень я не буду делать на сегодня. Возможно, я нарисую еще одну Икарос. Вот с этой стороны. Но с этой стороны. Возможно, я нарисую там нимфу или Астория. Может быть, Томоки. Или еще кого. Я подумаю. Сейчас я закончу. Показать полностью рисунок мне не удастся. Камера перевернута с ног на голову, но в общих картин, в общем и целом, вы увидите. Вот. Что ж, я не знаю, получилось или нет, судить вам. Фотка потом будет выложена. Закончим. Вверх прически нужно править? Нет. Если нормально. То есть вот эта вот линия, это все сойдет. Я бы единственное, что сделал, знаешь, вот эту линию чуть потолще. Но я сейчас ее просто запарю, поэтому оставлю. Конечно, можно, да, вот это вот немножко можно подправить. То есть сделать ее более толстой, вот сюда увести. Вот эту линию можно сюда было. Здесь можно добавить линию подлиннее. То есть вот она отсюда как будто идет. Вот эту линию можно, точнее, не можно, а нужно править, она какая-то кривая. Слишком. Сделаем ее более плотной, но как бы оставим. Все. Блин. Чуть не это. Чуть не запорол. Вот это я говорю, вот надо остановиться, уметь останавливаться. Иначе я сейчас начну тут вот это, вот это, вот это. А потом бац-бац и все испортил. Рвешь и рисуешь заново. Что ж, ребятки, сейчас вот я это, да, чищу. Все будет у нас хорошо. Вот так. Еще вот здесь. Как что-то у меня грязное.
Вот так вот. Что ж, на этом мы с вами закончим. Давайте сделаем так. Если вы хотите, чтобы я почаще рисовал, оставляйте комментарии с персонажем, который вы хотите увидеть в моем исполнении. Если я это аниме смотрел, я попробую нарисовать. Если нет, то я срисую его. Вот. То есть персонаж, имя и анимешку. Там посмотрим. Его как-нибудь рисуй. Гуррен Лаганн. Вот так вот. Имя и персонаж. Арачимару я как-то рисовал. Персонажа только гуманоидного вида, любого. Что ж, под эту музыку мы будем с вами прощаться. Давайте я вам покажу все рисунки, которые я делал до этого. Ну, может, не все, но какую-то часть. И на этом закончим. Сейчас, секундочку, я найду. Персонаж был угадан, это Икарус, аниме «Падшая с небес». Сейчас я быстренько найду. И будем смотреть. Естественно, я рисовал не только анимешки, поэтому... Вообще, работы разные, поэтому... Посмотрим. Поехали. Это, кстати, одни из моих первых работ. Это еще на А3 я делал. Батусай. Ой, верни. Это Алукард, это же работа у меня есть раскрашенная. Это бедного Алукарда пронзил этот бешеный типок Андерсон. Хеллсинг мне очень нравится как аниме. Приятно смотреть, ну, по крайней мере, мне было в свое время. Да и сейчас я, наверное, с радостью пересмотрю. Что-то я рисовал сам, что-то я срисовывал. Так как я повторюсь, я не художник. Так. Но это все должны были смотреть. Это тоже один из моих первых рисунков, это А3. У меня до сих пор все они есть. Если я замутил, типа, заварушка, все дела. Прям в упор в шею садануло, красота. Прикольная тоже анимешка, рубаки, старая-старая. Это я в Строгановке рисовал. Самый тупой мечник Гаури, да. Но это я страдал фигней еще в школе. Лина Инверс, да, все дела. Это жаркое лето. Это вот Андерсон. Это тоже я тут балуюсь. Видите, какими темами я заморачивался. То есть я придумывал нестандартные рожи. То есть вот, пытался соединить. Ну, как-то... Наверное, не знаю, получилось или нет. Это был очень хороший мультик. Мне очень нравился вот этот тип. Он очень добрый. Вот здесь я с волосами вообще мудрил, в итоге оставил какие-то жиденькие. Happy Tree Friends, да. Это я страдал фигней уже.
Это я себя пытался рисовать. Ты точно не художник, да? Этот османский дьявол. Этот вот кусок мыла этого, как его, хозяйственного. Поддержим русский автопром. Ну или просто. Чукотка. А это тоже Алукард, видите, старый, вообще не знаю, какого года, там, 10-го, что ли, 2008-го, может. Не надо. Эта музычка не понравилась. Вот видите, я вот 2008 год, то есть вот в те времена я уже забил, в общем. Арчер. Ну, плохо видно, но это Арчер. Шаман Кинг. Вот это цветная версия. Со всякой этой. Fate Stay Night, да. Блин, 6 лет назад ты это рисовал. Мне также нравился Черный плащ. Один из, наверное, моих любимых диснеевских мультиков. Даже я ее знаю. Да, это Моргана. У нее еще тут паучок сидит. Вот тут маленький. Оп. Ну, эту анимешку, наверное, все смотрели. Евангелион. Нет. Что там у нас дальше-то идет? Вот Лина, вот Гаури. У него просто не было выхода ему. Пришлось пальцами. Это Ди очень плохо видно, но я его хотел именно в красках замутить. Поэтому эти все, вот эти вот такие рисунки, вот которые почти без всего, я их реально под краски оставлял. Но что-то не пошло. Это я не знаю, я сидел на паре и мне было скучно. Я нарисовал вот это. Какой-то инопланетянин непонятный. Семь обличий Ямато Надэсико. Естественно, вот это самое клевое. Это я смотрел «Тетрадь смерти». Очень клевое аниме. Есть более завершенная версия. Как я уже говорил, я люблю глаза. И Египет, наверное, тоже. Это Гаара. Офигенный тип. Арачимару, но я, наверное, его перерисую, потому что здесь он какой-то не очень получился. А. Вот, когда я посмотрел Код Гиас, я опять вернулся к рисованию. Это как раз я уже забивал в 2008. И вот 22 июля 2009 я снова начал рисовать. Лелуш, все дела. А Кимпачи нет, не. Кстати, Кимпачик хорош. Луиза, да. Подручный бездарный Луиза. Кстати, надо Кимпачика нарисовать, он офигенен. Я, кстати, купил Bleach Soul Resurrection. Надо будет застримить. Будем сами банкаить. Кайто у меня не очень получился. Сайто. Сайто. Да, только Луиза. Круто, я с тобой согласен.
Это тоже офигенная анимешка. Каждый персонаж колоритен. Кенчи, да. Принцессор. Ну там как? Как это называется? Морская невеста, во. Что этот? Что этот вообще? Этот мачо-мен прям, ну что? Вот этот вот, который ты третий показал, похоже с растения против зомби, я с танцом. Да? Ладно. Тоже офигенная анимешка. Ой, а вы не видите ее нифига. Блин. Так, мне надо сделать следующее. Во-первых, вот так. Во-вторых, сделать новый screen region. Потому что тут ни хрена не видите. Вот так. Моя хранительница Химари. Офигенное аниме. 2010 год уже. А, нет, смотрите, в том же ключе. Это Шаман Кинг. О, Мамори Химари, да. Привет, Джем Мясом. А, и все. Осталось 10 рисунков. Я ли остальные не делал или не выкладывал уже. Этот уже был. О, уберем. Вот так. Я в то время смотрел Блич. Это я посмотрел серию, когда этот придурок, я не помню, как его зовут. В общем, негр такой, ба-ха-ха-ха. Ну, я поглумился слегка. Так. Давай. О. Это уже более поздняя версия. Тетрадь смерти, все дела. Это вот Алукард, самый мой последний рисунок. Кстати, да, это вообще последние мои рисунки. Вот он в цвете, вот он был последний. Но еще есть какие-то. А, ну ясно, понятно. Тоже неплохой рисуночек такой. Это как его? Да ладно, я не мог забыть эту анимешку. Только что хотел сказать и забыл. На К вроде. Камфер. О, вспомнил. Ну это Спанч Боб, детеныш. Любил его смотреть, я не мог не нарисовать. И что у нас последнее? Это жихарка, товарищи, это жихарка. Слишком четкий рисунок, мы на нем как раз закончим. Что ж. Как я уже сказал. Если хотите, давайте организуем. Я попробую сделать пару папок. Вступайте в группу ВКонтакте. Будем туда выкладывать рисунки. Привет, дракончик. А ты пришел под конец. Ну, в любом случае, запись будет. А ты, говорит, не только ковать умеешь. Это вообще. А пока что. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Также вступайте в мою группу ВКонтакте и подписывайтесь на премиум.
оставляйте комментарии с персонажами из аниме, которые вы хотите посмотреть, под, в общем, где-нибудь. Ашот, да, меня зовут Ашот. И я попробую их организовать. Я выберу. И, возможно, я их всех нарисую, но я буду выбирать именно, как это сделаю. Что ж, всем спасибо. И до свидания.